Председатель, глубоко уважаемые коллеги, в первую очередь хочу поблагодарить организаторов за возможность выступить здесь. Это очень лестно. Мы будем говорить о коморбидных процессах торакальной онкологии. Но торакальная онкология – это комплекс проблем, который включает в себя самые разнообразные раки легкого, неэпителиальные опухоли грудной клетки, мезотелиом, метастатические поражения. Коморбидные процессы на фоне уже имеющегося фона, как правило, видны плохо. Они плохо видны клинически, они плохо видны рентгенологически. Основное, о чем мы будем говорить, это воспалительные процессы, сосудистые и токсические патологии, которые уже изначально у пациента были. Кроме того, не стоит забывать, что, как правило, наши пациенты имеют преморбидный фон, они имеют самые разнообразные фоновые процессы, среди которых на первом месте, конечно же, хроническая обструктивная болезнь легких и разные типы эмфиземы. Но в последние годы очень часто говорят о роли фиброзирующих альвеолитов, как локальных, так и диффузных. Коморбидность – это процесс, который присоединяется, усугубляет, течет совершенно своей жизнью, требует отдельного лечения. Очень часто возникает вопрос, что это, коморбидность или осложнение. Осложнение – это естественное продолжение течения или трагения. К этому врач готов больше, в отличие от коморбидности. И фоновое заболевание – это то, с чем пациент изначально получает онкологический процесс грудной клетки. Если мы говорим о лучевой диагностике этих процессов, то в первую очередь, конечно же, говорим о компьютерной томографии с самыми разными ее модификациями. Здесь не нужно жалеть больного, не нужно жалеть аппарат, потому что за очень короткий промежуток времени, практически моментально, со сканированием на разных аппаратах от 10 до 30 секунд, самим временем сканирования и дальнейшим размышлением доктора в течение часа, иногда больше, мы получаем результат, полностью удовлетворяющий онколога, торакального хирурга, гематолога и так далее. Что можем добавить? Можем добавить магнитно-резонансную томографию, но это метод, который только входит в разработку, и, конечно, позитронную эмиссионную томографию, но тут нужно понимать, что это метод для того, чтобы оценить распространенность процесса, и он плохо работает для дифференциальной диагностики, потому что есть образования, которые низко метаболизируют радиофармпрепарат, я говорю о глюкозе, и в то же время коморбидные процессы, воспалительные, любые гранулематозы имеют очень высокий коэффициент накопления. Ну, вообще рак легкого, а в первую очередь мы будем говорить о нем, это процесс второй половины жизни. Это взрослые люди, которые на момент заболевания уже имеют болезни и для которых характерны вторичные процессы. Ну, вот по большому такому анализу, который был проведен в 2003 году с большим количеством больных, было установлено, что отсутствие коморбидности наблюдается всего у 11% таких больных. Более чем у 50% имеется три разных коморбидных процесса. И вот 19 сопутствующих заболеваний, которые выделяются в отдельную группу, я хочу обратить внимание на те, которые рентгенолог может предположить. Это иммунодефициты, это туберкулез, это степень хронической обструктивной болезни легких и ее вид, что может помочь терапевту, который сопровождает торакального хирурга, и легочный фиброз разных видов, который способствует развитию этому процессу. Самые разные воспалительные процессы, они протекают на фоне имеющегося онкологического процесса атипично, вот такое грустное, но типичное наблюдение. Мы видим, что это мужчина, что он взрослый, при проведении фибробронхоскопии выявляется аденокарцинома. При компьютерной томографии мы видим картину, не очень похожую на онкологический процесс. Мы видим, что все располагается в верхней доле, что имеются инфильтративные изменения во втором сегменте, аксиллярном субсегменте верхней доли. Имеются посттуберкулезные выраженные изменения. Мы здесь с вами видим туберкулему как последствие перенесенного инфильтративного туберкулеза, массивное обострение в лимфатических узлах. Мы видим, что этот инфильтрат сопровождается очагами. Больше того, мы видим типичный перекрестный бронхогенный механизм распространения этих очагов, который, конечно, характерен больше для туберкулеза. Но гистологический диагноз перекрывает все. Пациента начинают лечить, ему проводятся 3 курса химиотерапии, получают отрицательную динамику на компьютерной томографии, решают выполнить ПЭТ-КТ. Мы с вами видим
очень выраженный метаболизм во всех этих участках, 18-тетрадезоксиглюкозы. Мы видим метаболизм в лимфатических узлах, видим метаболизм вот в этих бронхогенных очагах отсева. Может быть, нам свет выключить? Там, наверное, как-то светло для нас, нет? Видно вам хорошо? И по описанию специалиста совмещенной диагностики ПЭТ-КТ непонятно, что же это. Это прогрессирование процесса, хотя рентгенолог, который отвечает за компьютерно-томографическую часть, продолжает настаивать на том, что это проявление туберкулеза. Мы видим типичный пример коморбидности сочетания рака верхнедолевого бронха с туберкулезным процессом, который ухудшается на фоне лечения. В последний год мы наблюдали вирусные пневмонии. Вы знаете, что была атака гриппа H1N1, который имел очень своеобразную картину с последующим формированием фиброзных изменений. И, конечно, наиболее тяжело этот процесс потекал у пациентов с уже имеющимися процессами. Мы видим, что это пациент с лейкозом, это хронический лимфолейкоз, который не подвергается лечению, течет достаточно благополучно. Видим типичные проявления: легочное электронное окно для того, чтобы показать, что в легочной ткани ничего нет. Но поражение лимфатических узлов хорошо видимое, подмышечных, очень типично для хронического лимфолейкоза. Атака гриппа H1N1 верифицированный, и мы видим типичные для гриппа изменения. Мы видим интерстициальный процесс, который склонен к формированию фиброза, напоминающего фиброз идиопатический. Пациент справляется с этой ситуацией, однако еще через месяц наступает ухудшение, мы видим полостное образование, мы видим полость тонкостенную. Нам не приходит в голову, что это может быть специфический процесс, потому что очень маленький промежуток времени, всего один месяц. Дальше мы видим усугубление этого состояния. Все это сопровождается тромбоэмболией легочной артерии. То есть мы видим как минимум три типа коморбидности, два разных воспалительных процесса и тромбоэмболию. И мы видим результат, к сожалению, вскрытия. Это казеозная пневмония с массивным творожистым некрозом, который у пациента с онкологическим процессом протекает вот совершенно нехарактерным и непредсказуемым для нас образом. Сосудистое осложнение, конечно, в первую очередь это тромбоэмболия. Ну вот такой достаточно большой обзор, посвященный возможностям тромбоэмболии при раке легкого. Считается, что если мы проводим компьютерно-томографическое исследование, то мы можем провести одновременно подсчет объема очагов опухолевого характера, подсчет объема эмболов, чтобы представить торакальному хирургу или пульмонологу или химиотерапевту картину в целом. Любые онкологический торакальный процесс сопровождается тромбоэмболией с очень высокой степенью вероятности, по данным разных авторов, до 15%. Здесь мы видим совсем маленький опухолевый узел, периферический рак, и мы видим, что ухудшение состояния пациента, появление кровохаркания связано с наличием массивной свежей тромбоэмболии. Такую же массивную свежую тромбоэмболию двухстороннюю мы видим у пациента с центральным раком. Особенно сложно бывает отдифференцировать эти процессы на фоне метастатического поражения. Первичный рак, перибронхиальная форма центрального рака. Мы видим, что это молодой мужчина, 36 лет. Это наиболее агрессивная форма, мелкоклеточный рак верхнедолевого бронха. Мы здесь видим перибронхиальное утолщение стенок верхнедолевого бронха, элементы лимфогенного метастазирования уже на этом этапе. Дальше мы видим ухудшение самочувствия пациента, клиническое ухудшение, рентгенологическое ухудшение, нарастание лимфаденопатии. Очаги в нижних отделах расцениваются как проявление метастатического поражения. Тем не менее, это не метастатическое поражение, это массивная тромбоэмболия, о которой мы не должны забывать, и мы видим множественные тромбы, которые располагаются практически на всем протяжении главных ветвей. Непонятные онкологические диссеминации очень часто сопровождаются тромбоэмболией и должны рассматриваться с этой позиции. Мы здесь с вами видим такой очень грустный пример. Мужчина 55 лет, который выполняет у себя, по-моему, в Воронеже компьютерные томограммы, видят диссеминацию, не понимают, что за диссеминация, принимают эту диссеминацию за проявление саркоидоза и направляют в наш
центр, нашу пульмонологию, потому что она активно занимается этими проблемами. Нарастание диссеминации. При ретроспективном анализе этих компьютерных томограмм становится понятно, что эта диссеминация совершенно не напоминает тип диссеминации при саркоидозе, потому что это лимфогенный тип, а здесь мы видим типичную хаотичную гематогенную диссеминацию, нарастание, и вот на этом этапе он поступает к нам в клинику. Мы видим, что процесс локализуется преимущественно в нижних отделах, здесь он уже сопровождается интерстициям, то есть он меняет свои характеристики. И пациент не успел у нас долго пробыть, это результат вскрытия. Мы видим массивную лимфогенную диссеминацию метастатического характера с крупными полостями. Что это за полости? Это инфаркты легкого, множественные инфаркты. И мы хорошо видим причину тромбоэмболии. Это тромб в нижней полой вене, и хорошо видны, ну, уже на результатах вскрытия, всегда анатом прав, и всегда ему все понятно, в отличие от нас, результаты тромбоэмболии тромбоэмболии. Фоновые процессы, ну, про хроническую обструктивную болезнь легких и про эмфизему все известно. Известно, что сочетание плоскоклеточного рака и аденокарцинома – это очень частая ситуация при хронической обструктивной болезни. Ну, вот есть данные, что выявление бронхоэктазов резко повышает риск развития рака легкого. Наиболее неприятная ситуация тогда, когда мы видим сочетание хронической обструктивной болезни с фиброзными изменениями. И чаще эти процессы сопровождаются и провоцируют развитие центрального рака легкого. Ну вот при таком большом метаанализе, который был проведен, были выявлены достаточно часто раки легкого. Видите, цифру 870, то есть очень высокие цифры из почти 3000 больных с эмфиземой. Причем, если рентгенолог визуально определял эмфизему, риск развития рака легкого был гораздо выше, чем если эмфизема определялась с помощью других методов подсчета плотности легочной ткани. Ну, типичный пример эмфизема, характерная для курильщиков, взрослый большой, больной 64 лет. Мы видим очень маленькое образование, которое развивается на фоне эмфиземы и фиброзных изменений. Мы видим очень активный метаболизм в нем радиофармпрепарата и метастатический отсев в ребро. Что касается других типов фиброза, диффузных фиброзов, идиопатический легочный фиброз и все процессы, которые сопровождаются аналогичной картиной, очень высока вероятность развития, но это вот старая, насколько я помню, да, работа одна из первых, которая представляет 13%, по нашим данным около 10%, плохо выявляется, потому что на фоне выраженных фиброзных изменений эти участки консолидации принимаются за что угодно, принимаются за участки организующейся пневмонии, вы знаете, что это один из типов интерстициальных процессов, чаще всего локализуются в субплевральных отделах. Очень характерно спекулообразные вот контуры, поскольку они и так раздерганы фиброзом. Очень характерно образование кист. Есть разные варианты идеи возникновения этих кист. Возможно, это кисты, которые обрастают опухолевыми массами и в последующем ими замещаются. Это типичный признак аденокарцинома. Мелкие варианты рака легкого пропускаются еще чаще. Мы здесь видим полное отсутствие изменений и появление узла, типичного для аденокарциномы, с наличием воздушной бронхографии. Иногда на фоне фиброза и проявление эмфиземы нам крайне сложно увидеть опухолевые массы даже при проведении ангиографии. В таких ситуациях нам помогает позитронная эмиссионная томография, которая хорошо визуализирует участок метаболизма опухолевого характера. И, наконец, последнее, то, что стало реалиями нашего времени. Вы знаете, что в прошлые годы у нас была эпидемия пневмоцистных пневмоний у больных с иммунодефицитом, а сейчас мы переходим в следующую стадию. Теперь мы начинаем видеть процессы опухолевого генеза ассоциированные. Все знают про саркому Капуша, все знают про лимфопролиферативные процессы, однако рак легкого тоже активно сопровождает этот процесс. И это пациенты более молодого возраста, чем традиционные пациенты с раком легкого. Они сложны для лечения во всех отношениях. Кроме того, они скрывают
свой основной диагноз, но если вы видите больного достаточно молодого возраста с загадочными множественными опухолевыми процессами, вы можете предположить, каков изначальный генез вот такой опухолевой диссеминации и не связан ли он с иммуносупрессией. Мы видим, что это мужчина, мы видим у него проявления лейкоза типичные, увеличение лимфатических узлов, подмышечных групп, увеличение лимфатических узлов в меньшей степени средостенных, паратрахеальных. И мы с вами видим небольшой опухолевый процесс. Это аденокарцинома средней степени дифференцировки, которая локализуется в устье B1, B2 левого легкого. Итак, коморбидные процессы плохо выявляются, но должны быть выявлены, потому что существенно меняют тактику ведения пациента. Оптимальным методом является компьютерная томография, и тут не надо ничего жалеть, ни контраст, ни аппарат, ни себя, потому что это поможет пациенту в кратчайшие сроки поставить диагноз. Ну и позитронная эмиссионная томография как метод дополнительный очень хорош, но плохо для дифференциальной диагностики. И, наконец, фоновые процессы, о которых мы не должны забывать, знать, какие из фоновых процессов чаще всего вызывают онкологию и ухудшают течение этого заболевания. Ну вот я только что вернулась из Москвы. Это знаменитая фотография наших мхатовских деятелей, которые, как известно, никогда не встречались, но тут встретились. Нам всегда кажется, что какие-то процессы не могут пересекаться, почему бы пациенту болеть сразу же тремя заболеваниями. Но это не совсем так, это очень часто бывает. Благодарю за внимание. Спасибо, Александра Анатольевна. Да, минута на вопросы, пожалуйста. Нет вопросов, для других сэкономили минуту. Спасибо.